Сегодня мы будем обозревать еще один ремастер на консоль Nintendo Switch под названием Star Wars Republic Commando. Игра вышла в апреле 2021 года в жанре экшн-шутер. Язык интерфейса и озвучка английская. Мультиплеер отсутствует, возрастной рейтинг 12, на консоли занимает около 2,5 гигабайт. В игре вы встретите босса, Фиксера, Скотча и Сева, также известный как Отряд Дельта, возвращающийся на Nintendo Switch. Вас ждет легендарная кампания. История времен войны клонов. Всю галактику охватил хаос. Вам в роли лидера элитного отряда Командос предстоит внедряться в стан противника, отдавать приказы и истреблять врагов. Битвы с беспощадными врагами. На вашем пути встретится множество разумных и смертельно опасных врагов. От жестоких трандашан-наемников до летающих насекомоподобных воинов Джонзиса. Отряд – ваше оружие. Отряд будет следовать вашим приказам, выполняя непростые команды и стратегические маневры. Вы их лидер, они ваше оружие. Мое мнение, это хороший порт не самой хорошей игры. Из плюсов стабильный FPS и неплавающее разрешение экрана. Отличный звук, эталонные диалоги. Отличная игра из серии Звездных войн, кому уже давно надоели эти бесконечные лазерные мечи и все такое. Из минусов в прямом смысле слова серая графика. Полное отсутствие сквозного сюжета. Чересчур стандартный дизайн уровней. Как по мне, игра быстро надоедает. Час-полтора, не более. Плюс устаревшие механики, которые никому уже не кажутся свежими. Моя оценка 6 Марио из 12. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Увидимся в следующем видео.